Нет, я не думаю, что они... Во-первых, здравствуйте, господин Никсон, я не очень расслышала ваше имя. Я не думаю, что они знали, хотя не исключаю разных вариаций на эту тему, но у меня сложилось впечатление, что... Я не исключаю различных вариаций на эту тему, но у меня сложилось впечатление, что они знали, о чем идет речь. Хотя я надеялась, что... Сейчас, секунду. Хотя я надеялась, что они должны были знать, поскольку я до этого, так скажем, передавала справку, которую, в общем-то, я на русском языке взяла с собой, и надеялась, что они в теме были именно той реальной истории, по которой я, собственно говоря, и шла навстречу, а не той вымышленной инсинуации, которую преподнесли господину Дональду Трампу-младшему в той идиотской совершенно переписке Голдстоуна. Да, и не просто правильно. Я вам даже могу сказать, что в принципе та тема, которую я затронула и на этой встрече, и до нее неоднократно мы поднимали с членами нашей команды американской, она все время крутилась вокруг закона Магнитского. Это не мы стали заниматься политикой, это нас втянули в эту большую глобальную политику, замешанную на огромных деньгах, на огромной коррупции и на лоббирование, не исключено, что на преступные доходы, которые ряд лиц получил в виде доходов от деятельности в Российской Федерации. Подробнее я сейчас расскажу, как это дело начиналось. Смотрите, какая ситуация. Я знаю, что вы, Ли, очень хорошо разбираетесь в истории Браудера. Я не знаю, насколько вы в курсе тонкостей и нюансов истории о Сергее Магнитском, но позволю себе несколько слов, если позволите. Этот человек, который, я имею в виду Сергея Магнитского, он проработал с 96 года в компании Firestone Duncan в Москве, которая была создана американским адвокатом, который ни разу в жизни, с 91 года, как только он получил статус адвоката, Firestone, значит, он американец, единственный, в общем-то, американец во всей большой компании, он никогда не был адвокатом. Он создал в Москве консалтинговую компанию, которая занималась консультациями по налоговым оптимизациям. То есть они такие были построители схем налоговых. Вообще, в принципе, все, что я сейчас буду говорить, это подтверждено показаниями 19 свидетелей, которые были допрошены в деле Привизон. Плюс дополнительно это еще где-то больше 40 показаний различных людей по делам, которые ведутся в Швейцарии, в Российской Федерации. И, соответственно, это материальные носители, то есть это документы. Плюс я непосредственно сама еще проводила опросы как адвокат здесь, в России, с многими людьми, которые стали мне, так скажем, известны только благодаря этому делу. Так называемые Браудером люди, которые якобы, значит, повинны в мошенничестве 230 миллионов долларов из российского бюджета. Ну и по его легенде, следствием чего является смерть, либо, как он любит очень повторять, убийство его адвоката Магнитского. Так вот, первое, с чем я столкнулась, конечно, это с этой историей, которая была просто заполнена. Вся информационная площадка интернета, естественно, я прочитала душещипательные, душераздирающие подробности жизни, смерти и героических подвигов мистера Браудера и так далее. Но как только я стала возвращаться к документам, которыми он так вот размахивал, как пачкой купюр, и кричал, у нас хорошо задокументированная история, я, как, собственно, любой человек, который начинает читать эти документы, все больше и больше поражалась той степени цинизма. Нет, Сергей Магнитский никогда не был ни адвокатом, ни юристом. Он никогда не занимался юридической практикой. Он был консультантом, бухгалтером, аудитором, экономистом, кем угодно. То есть специалистом в области бухгалтерии и аудита компаний, которые, безусловно, должны знать какие-то основы налогового законодательства для того, чтобы его применять в своей работе. Но это не юрист, это не расследователь, это не адвокат, тем более. Более того, адвокатом он
стал, я имею в виду публично, называться господином Браудером только после его смерти. В самой первой и, по-моему, кажется, даже единственной авторской статье Браудера, которая вышла в декабре 2009 года на страницах Foreign Policy. Мурат, вы меня слышите? Да, слышу. Значит, это неправда. Причем легко опровергаемая ложь. Значит, Сергей Магнитский работал до своей смерти, то есть до 2009 года, 13 лет на Билла Браудера. 13 лет. Он выстраивал схемы налоговых оптимизаций. Он в некоторых случаях принимал людей на работу в его компании. Он обеспечивал сдачу всей бухгалтерской отчетности по всем 12 компаниям Билла Браудера в Российской Федерации. Он на него работал 13 лет как бухгалтер-аналитик. Более того, я вам скажу, сам Магнитский, у него было всего, по-моему, 14 допросов, включая его объяснения, за весь период, который я смогла установить по всем уголовным делам. И здесь нужно иметь еще в виду, что первое уголовное дело, которое было возбуждено в Российской Федерации, было в 2004 году. Так вот, там, по-моему, порядка 19 уголовных дел я насчитала с 2004 года в Российской Федерации против их группы, включая лично Браудера. Сергей Магнитский допрашивался неоднократно. И он каждый раз говорит, кем он работал, что входит в его функциональные обязанности. Ничто из этого не позволяет сделать вывод, что он являлся совершенно, так скажем, привлеченным, случайным, либо выдающимся адвокатом, но случайно привлеченным под конкретную цель. Нет, это был, по сути дела, штатный сотрудник Firestone Duncan, но опять же в целях уклонения от уплаты налогов он был зарегистрирован у них в последние годы как индивидуальный предприниматель, что позволяло ему платить государству только 6%, 13%, ну, в зависимости от системы налогов, и это тоже они снижали в этом смысле за счет статуса индивидуального предпринимателя. Но никогда он не был юристом и тем более уж адвокатом. И виделись они с Браудером за все годы один или два раза. Это по показаниям Сергея Магнитского. Один или два раза. Понимаете, то, что моя позиция является абсолютно такой же, которую занимает позиция и Российская Федерация в лице правоохранительных органов, совершенно не может говорить о том, что у нас есть какой-то сговор, и я работаю на российское правительство. Я готова делиться со всеми и правоохранительными системами, как своей родной страны, так и вашей страны, со всем уважением и со всеми мельчайшими подробностями. Делиться о всем о том, беспрецедентном, совершенно беспрецедентном, таком, знаете, геббельсовском сценарии пропаганды лжи во имя больших, так скажем, меркантильных интересов. И если я говорю об этом с офисом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, это не делает меня их так шпионом, так скажем, да? Это я для них являюсь информатором. И я предоставляю ту информацию, которую я считаю важна для нашего следствия. И эту же информацию я предоставляла и вашей правоохранительной системе, и также я готова была тогда, в 2016 году, поделиться и с Конгрессом, но мне не дали. Являюсь ли я тогда в этом случае адвокатом Конгресса США? Это аналогичный вопрос, как тот, который вы мне задали, относительно являюсь ли я адвокатом Кремля. Этому предшествовала как раз-таки моя встреча. По сути дела, это и была просьба на этой встрече. Помочь не дать сорвать дачи этих показаний. Ничего более я не просила у господина Дональда Трампа-младшего. И на этом заседании мы были вместе с Андреем Некрасовым,
Он как раз на этой фотографии сидит у меня за спиной, его видно. А саму фотографию сделал очень учтиво такой помощник Эда Ройса, как Кайл Паркер. Человек, который и является, по сути дела, автором закона Магнитского 12-го года и глобального закона 16-го года. Ну, если опять же мы вернемся к описанию книжки Браудера, Паркеру посвящена целая глава, которая называется «Война Кайла Паркера», где он рассказывает совершенно истерическую, показывает истерическую и такую сентиментальную натуру Кайла Паркера. Отличного общения у меня с ним, такого впечатления совершенно не создалось. Он прекрасно говорит на русском языке, гордится очень, что его жена из Украины, и он очень, так скажем, близок к русскому духу, к русской культуре. Но на этом все его, так скажем, любовь к России, видимо, заканчивается, потому что человек совершенно кардинально русофобских взглядов, такой ненавистнической позиции, которая разобщает нас все больше и больше. И, к сожалению, большому таких людей и у вас, и у нас все больше и больше появляется. Вы абсолютно верно сказали, и обратите внимание, в 16 году именно под авторством его, так скажем, шефа-конгрессмена Эда Ройса был, по-моему, 21 сентября Международный комитет палаты одобрил закон по как раз-таки вот по поставкам Украины оружия, обсуждение которого, так скажем, да и происходило в тот день, когда мы с Некрасовым должны были давать показания о там же, но нам не дали сказать слово, и вдруг стали говорить про путинскую пропаганду и про то, что Украине нужно поставлять оружие. Кстати говоря, в этот день Браудер сидел недалеко от нас, буквально через несколько рядов вместе с Вадимом Клейнером, и убедившись в том, что Браудеру ничего не угрожает и нам слова не предоставят, Паркер, так знаете, как это, учтиво за локоток вывел Браудера из зала заседаний через черную дверь, то есть через дверь внутреннюю, где входят и выходят сотрудники. Если быть более точно, отправил эту фотографию Иван Черкасов, который сегодня уже осужден у нас здесь в Российской Федерации за многомиллиардные мошенничества вместе с Браудером. Эту фотографию Черкасов отправил. Это один из самых ближайших людей к Браудеру, который с 2006 года проживает с ним вместе в Лондоне. Значит, он отправил это Кайлу Паркеру. Кайл Паркер тут же мгновенно это отправил одному из сотрудников Государственного департамента, который как раз-таки, я так понимаю, возглавлял аналитическую группу, куда входили очень многие люди, которые сегодня, имена которых мы сегодня можем увидеть как людей, связанных с досье Кристофера Стила. Это большое открытие, которое, кстати, я сделала, и один из моментов, который я хотела бы вам тоже рассказать, если это вам будет интересно. Сейчас Мурат проведет эту часть, потом я продолжу эту историю. Так вот, какой интересный момент. Сбор информации обо мне начался в апреле 2016 года, как раз-таки после того, как Дана Рорбахер посмотрел фильм Андрея Некрасова, и его помощник Пол Бернс передал ключ к доступу к линку этого фильма Кайлу Паркеру. С того момента начался тотальный сбор информации на меня, на Рената Ахмедшина и на Глена Симпсона. Джонатан Вайнер, я поняла, Мурат, я поняла. Джонатан Вайнер, Эндрю Вайс, Дэвид Крамер. Это все те люди, которые мы знаем точно, помогали продвижению в пиар-сфере и на политическом уровне истории ложной, истории Браудера в Конгрессе. И эти же люди стоят также за продвижением стил-досье. Но обратите еще такое внимание, да, самым первым лоббистом в Соединенных Штатах Америки еще до вообще истории Магнитского, даже до его ареста в Российской Федерации, был никто иной, как господин
Джонатан Винер. Да, участие Дэвида Крэмера я насчитала как минимум 10 публичных их встреч, презентаций, предоставления господином Крэмером Браудеру площадок и так далее. Уже не говоря про сенатора Джона Маккейна, которого, я считаю, просто использовали как человека определенных взглядов к Российской Федерации. Использовали в темную, точно так же, как использовали всех других политиков, включая даже господина Кардина. Я имею в виду в разжигании вот этой истории. Сегодня мы видим, что господин Кардин продолжает на этих же рельсах скользить с высокой горы. Когда презентовал вот этот чудовищный отчет, буквально вот в январе этого года, о том, что, дескать, в арсенале путинской России включено все, помимо там лжи, пропаганды, кибератак и так далее, еще и убийства. Сейчас, если позволите, вот закончу эту мысль по поводу вот этих вот не случайных случайностей. Сегодня я, проанализировав, наверное, вот за этот год, скорее даже за несколько месяцев, вот эту годичную историю про стил-досье, сопоставив это с тем, как развивались события в нашем деле, могу практически с 90% уверенностью сказать, что Гленн Симпсон в истории к стил-досье был технично и очень продуманно вкручен. Его специально как наживку взяли и вмонтировали в эту историю с Кристофером Стилом, в том числе для того, чтобы полностью деморализовать любые его попытки рассказать то, что он узнал за время работы на нас о Браудере и о людях, которые его финансируют и помогают в Соединенных Штатах Америки. Ну, кстати, я вот об этом ничего не знала, не слышала. Первый раз вы для меня новость сказали. Мне интересно будет об этом почитать, я этот момент изучу. Вы знаете, я здесь могу только сказать, что Гленн за 2 года общения с ним и работы с ним, я могу сказать, что это человек, который вообще аполитичен. Он вот вообще не о политике. Он работает чисто за деньги. Поэтому вот здесь я хочу вам сказать абсолютно точно следующую вещь. Когда мы работаем, я все не смотрю не в то место, я смотрю на вас на экране, а не в камеру. Когда мы работали по делу Браудера и в компетенцию, в полномочия, в задачи господина Симпсона включала это вручение повестки Браудеру, ну, организация вручения повестки, а, соответственно, он должен был найти имущество, бизнес, там, его передвижение и так далее в Америке, чтобы мы могли ему вручить повестку в суд на допрос, я точно совершенно могу вам сказать, что у Гленна Симпсона не было источников в Великобритании уровне расследователя, которые бы могли нам помочь достать эту информацию. И мне пришлось нанимать совершенно другую контору в Великобритании. Ли, еще смотрите такой момент здесь. Вот смотрите, отправная точка – это апрель 2016 года, когда мы с Некрасовым поехали в Брюссель. Когда об этом узнала команда Браудера, в том числе те люди, которые помогали ему в Конгрессе, я уже называла этих людей, бывшие и действующие сотрудники Госдепа, это все произошло в апреле. Является ли совпадением то, что именно в апреле, согласно показаниям господина Симпсона, его нанимает Пепкин Коя? Является ли это совпадением, либо это намеренной организованной кампании по тому, чтобы, так скажем, взять его в свой оборот и создать некий конфликт интереса. Ли, вы у меня прям сейчас это как раз получила перевод. Да, это правда. Это у них отработанная мантрица, да, создать конфликт интересов, либо из просто знакомств, общих знакомых, искусственно преподнести
и заткнуть рот людям, которые что-то могут знать, либо знают. Так, смотрите, еще какой момент интересный. Буквально вот на прошлой неделе мы получили решение суда по делу «Привизон», в котором судья достопочтенный Поли отказал компании «Hermitage Capital» в взыскании с наших адвокатов, с Baker Hostetler, суммы больше миллиона долларов за судебные издержки по их отстранению. Так вот, судья почти год, ну сколько там получается, 10 месяцев он смотрел это ходатайство и вынес решение буквально вот недавно. Вот посмотрите, какими эпитетами судья описывает вот эту историю с этим отстранением. Вот в этом решении судья Поли подверг жесточайшей обструкции такую тактику. Например, сказал, что не успели еще высохнуть чернила на мировом соглашении. Вы знаете, что мы закрыли дело, да, полным отказом. Мы отказываемся от претензий к правительству, правительство Соединенных Штатов отказывается от претензий к нам. Так вот, пишет судья Поли, что не успели еще высохнуть чернила на мировом соглашении, как компания «Эрмитаж» немедленно подала ходатайство о применении к санкции к нашим адвокатам. Как будто бы поддержка протеста, заявленная, то есть отстранение наших адвокатов, было недостаточно компании «Эрмитаж», и им нужно было еще и наказать деньгами. А дальше он делает сноску. Сейчас переведите это. Пишет судья дальше, что это очень смахивает, я цитирую вам, на скоординированную тактику, поскольку помимо требования миллиона долларов от фирмы адвокатов, компания «Эрмитаж» и «Браудер» всего через один день после мировой сделки по делу продолжили свою беспощадную кампанию против компании «Привизон», подав заявление в правоохранительные органы Нидерландов, которые зеркально отражают обвинения по этому делу. Вследствие чего, пишет судья, голландские власти арестовали активы, расположенные в Нидерландах, компании «Привизон», что является правдой, тем самым подрывая мировое соглашение, достигнутое компанией «Привизон» с США в этом деле. Поделитесь со мной этой ссылкой. Я, кстати, вам прислала этот 763-й документ, решение судьи Поли об отказе Браудеру в взыскании средств наших адвокатов. Причем, пользуясь случаем, я хочу сказать величайшее вот чувство благодарности судьбе, что меня свела судьба с этими людьми. Они потрясающие, просто невеликолепные. Я горжусь тем, что мне выпала такая честь с ними работать. Вы, в принципе, или сделали то, что я вот хотела в свое время тоже как-то сделать, просто у меня нету никакого средства массовой информации, я все-таки человек, так скажем, немножко другой профессии. Но вы сделали вот недавно репортаж, я видела, когда вы показали его показания в Сенате и его показания в деле «Привизон». Да? Это две большие разницы. Это два совершенно разных человека. Слава Богу, что в наших показаниях он смог вообще себя как-то индивидуализировать и сказать, кто он. Потому что все остальное он напрочь не помнил. Вы это тоже увидели сами. Ну, а что касается, я вам просто скажу, да, это то, что, может быть, я еще нигде не говорила. То, что касается конкретно той истории про якобы жертвенный образ компания фонда «Эрмитаж», то это абсолютный полный блеф, который опровергнут в деле «Привизон», в американском деле «Привизон», показаниями не только Браудера, у которого абсолютная амнезия была, но и показаниями представителя HSBC, который... Дальше сейчас продолжим. Представитель HSBC, который подтвердил, что они заранее Браудером были уведомлены о том, что им нужно выделить много-много миллионов долларов на возврат активов, похищенных у них русскими в Москве. Однако, когда мы сопоставили даты выделения этих средств и то самое похищение этих компаний, оказалось, что между ними 2 месяца разница. То есть сначала деньги были выделены на возврат того,
что еще произойдет только через 2 месяца. Yes. That's right. Первый допрос, который у нас есть в распоряжении Магнитского, он датирован 2006 годом. И мы показали его на допросе Браудеру. Он удивился этому допросу. Вот на самом деле, когда мы показывали какие-то документы Браудеру, он был неподдельно удивлен. Мне такое сложилось впечатление, что это человек, который вот ему дали бумажку, да, вот зачитай, выучи и говори. И все. А на самом деле он ничего не знает вообще. Поэтому, когда ему даешь бумагу, на, читай, знаешь английский язык, видишь, здесь написано. У него действительно начинает испариной покрываться все лицо, и его жалкий вид просто имеет. Знаете, очень интересный момент. У меня вот больше и больше складывается ощущение того, что Браудер просто является говорящей головой. Он реально ничего не знает про вопросы, про дело, про документы. Дело в том, что как только, буквально через неделю после того, как Америка предъявила претензии к моему клиенту, у меня состоялась очень странная встреча с представителем от Браудера. Ко мне буквально через неделю после широкой огласки об этом деле обратился адвокат, русский адвокат Марк Фейгин. Это адвокат, который представлял интересы в деле самых таких политизированно антироссийских. Это дело Пусси Райт, дело Надежды Савченко, ну и еще аналогичные, менее известные дела. Так вот, он сразу без всяких объяснений, без вступлений сказал: Наталья, у нас есть к вам интерес. Мы готовы вам помочь закрыть дело в Америке, а вы нам помогите найти компромат на Павла Карпова, человека, который посмел в Лондоне судиться с Браудером. Когда я уточнила, от кого он выступает, он сказал, что от заинтересованных в этом людей, но не Браудера. Он как бы выступал в интересах Браудера, но, очевидно, был не ими ко мне направлен. Я вот еще буквально недавно еще раз перечитала нашу с ним беседу, я ее записала, и поняла, что кто-то есть такой скрытый рядом, а может быть открытый, рядом с Браудером, который является для него абсолютным авторитетом в принятии решений. Вуд, Эндрю Вуд. Это еще один человек, который является руководителем лондонской площадки Генри Джексон, сэр Эндрю Вуд. Но здесь, мне кажется, это мое личное мнение, я здесь не эксперт ни разу, что, может быть, даже если вот эта площадка Генри Джексона является, так скажем, произраильской, но антироссийской, не исключаете ли вы возможность того, что эти две вещи абсолютно разделены, потому что сегодня у нас как бы с Израилем нету точек соприкосновения конфликтных. Израильтянам нет смысла подогревать вот эту вот паранойю в адрес России. Ну, как мне кажется. Его решение. Ну, скорее не в конце 90-х, а в начале 2000-х, как раз 2002 год началась такая очень... В нашей стране жесткая такая железная рука Владимира Владимировича относительно олигархата, который был выстроен в эпоху Ельцина. В том числе на американские деньги. Я могу сказать, Чикаго 20-х годов просто нервно курит по сравнению с тем, что у нас было в 90-х на улице. Чего он пришел? Да. Он пришел после того, как у нас на улицах просто отстреливали. Просто за то, что не так посмотрели. За то, что наступили на ткнули там какого-то прохожего. Пнули. Ну, в смысле, прошли, задели плечом. Сегодня мы друг друга извиняемся. Ой, извините, I'm so sorry и так далее. А тогда просто можно было в морду получить за то, что ты прошел и нечаянно кого-то пнул плечом. Люди были настолько с одной стороны ну, по крайней мере, в Москве было огромное количество людей, приезжающих из других городов, и я это наблюдала сама. И в то же время это людей каких-то и сплочало быть лучше и очищаться от этого смрада. А с другой стороны, в 90-е годы правил деньги и кровь, кровь и деньги. И вот в этот промежуток времени, понимаете,
в нашу страну не приезжали отдельные, значит, эти финансисты, да? А вот такой товарищ, как Билл Браудер, посчитал для себя это время, это сладким для себя временем, тогда, когда на улицах Москвы просто людей отстреливали. Вот такое время, военное время для него и для его команды, и для тех людей, кто руководит его действиями и вкладывает ему слова в уста, является самым сладким. По истории 90-х можно снимать, Голливуд мог бы обеспечить себя сценариями лет на 30. Да. А вы знаете, что с 2006 года, могу ошибиться, но, по-моему, по прошлый год, лоббистом Ходорковского в Америке, его компании, группы Минотеп, его фондов частных, даже в период, пока он сидел, был тот же самый Джонатан Виннер. Об этом вам как раз и хочу сказать, почему я считаю, что досье Стила и моя история, связанная там с так называемым преследованием или отменой закона Магнитского, они соединены, потому что это позволяет Браудеру быть пушистым и белым перед республиканцами, поскольку он сказал, что это Гленн Симпсон, мерзавец, который сделал на вашего президента страшное досье. И в то же время заходить к демократам, говорит: эта мерзавка Весельницкая хотела на Хиллари Клинтон грязь принести. Да, и вот сейчас именно по этой причине меня не хотят показывать все мои слова ни на правых, ни на левых каналах, потому что я и для тех, и других враг. Потому что я работала с Гленном Симпсоном, а значит, я работала против Трампа, а значит, левых я работала против Хиллари. Вот и вся математика. Она примитивна, как пищевод у воробья. Да я, честно говоря, адвокатесса, исходя из той миссии, которую мне приписывают, если я являюсь адвокатом, неважно чьим, но адвокатом, то есть как бы правозащитником, можно даже сказать, не люблю это слово, но в данном случае употреблю, то есть человеком, борющимся за раскрытие правды американскому народу, в данном случае меня можно в большей степени назвать адвокатом американского народа, того, которого свое же правительство, свои же телеканалы считают просто стадом баранов, которым дают неполную информацию и считают, что это абсолютно безнаказанно для них, для всех, и в этой и в следующей жизни пройдет вот такая циничная ложь, когда они реально кидают свой собственный народ на страну, на войну со страной, с которой бы можно было бы жить в мире, в согласии и в едином благосостоянии. Ли, я understand. Он вас еще благодарит за то, что вы щедро уделили время, он знает, что очень поздно здесь. Я сейчас только репликой отвечу на вашу последнюю фразу. Надеюсь, Мурат ее успеет вам перевести. На самом деле, моя история настолько большая, что, скорее всего, ее вот так вот в интервью не расскажешь. Я на самом деле с вами даже не поделилась, наверное, 10% фактов, которые мне известны. И, наверное, эта история достойна действительно какой-то большой книги. А что касается войны, то это ужасно на самом деле, что делают сейчас те люди, которые манипулируют вот этой информацией. Здесь можно только, я хочу привести примеры, цитату, вернее, Эйнштейна, да, когда у него спросили, а как вы считаете, какое оружие будет в Третью мировую войну, он ответил: я не знаю, какое оружие будет в Третью мировую войну, но я знаю, чем будут сражаться в Четвертую, камнями и палками. Ли, я вообще как бы, я очень вам благодарна за ту гражданскую смелость, которую вы сегодня проявляете, пытаясь своим слушателям и читателям открыть глаза на очевидные вещи, которые на самом деле абсолютно лежат у всех на поверхности перед носом. Вы делаете сегодня реально благородно.